Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок. Сегодня у нас очередная подземочка. Вот такой вот состав. Мега имба. И еще одна мега имба. В общем, в принципе, вы знаете героев. Сейчас будем пробовать, по-моему, если не ошибаюсь, 6-4. Сейчас точно гляну. Я уже, честно говоря, сбился со счета, что у меня там пройдено, что нет. Ну, точнее, я прошел полностью всю, затащил с баферами. Сейчас гляну просто за гарнизоном, на чем я там остановился. Так, 6-3. Окей, поехали. Подземочка 6-4. Кошмарка. 6-4, вот оно. Так, ну, интересная подземка. Тут нам придется немножко тотемы убрать. Кидаем ускорялочку, замораживаем и стартуем, начиная с бочки. Оттягиваем щит. Ну и дальше смотрим, как ледяхов нас замедляет. Конечно, здесь очень много душиков, как видите. Они мне будут сейчас мешать. Очень много автопрокеров. Ну, видите, как бочка просто идет унижать. Так, ну 43%. Вот такой вот у нас получился результат. Но мы не сдаемся, как обычно. Гарнизон должен затащить, в принципе, без проблем. Так, единственное, у меня не хватает золота. Золота много не бывает. В принципе, подземки шестые сами по себе не особо сложные. Единственное, что появились по сравнению с пятыми, это тотемы. Остальное все, в принципе, не особо там сложно. А вот седьмые уже будет более интересно проходить гарнизоном. Пишите в комментах, хотите ли вы увидеть этот трешечок. Так, поехали дальше. Так, то же самое. Так, кто там убрал? Раз, два. Бочки у меня нету, как видите, тупанул. Попробуем даже так. Ну, конечно, тыковка. Тыковка, давай. 31%, ребят. Ну, я думаю, это изи. У нас осталась одна тыква против кучи героев. 71%, и мы подземку прошли. Даже без имбобочки. Видите, можно просто с тыковки танковать и не париться. Так, единственное, что нам надо, это пройти, попробовать ее еще на 3 звезды. Конечно, будет немножко сложнее сделать, но думаю, мы справимся. Кстати, очень рано я кинул. И у нас тут могут быть единственные проблемы с черепом. Да, видите, череп. Злобная зверушка. Так, ну тритон тут, конечно, уже сам ничего не сделает. 66%. Сейчас попробуем вообще оттянуть чем подольше, чтобы пока герои до черепа добегут.
конечно, так не получится, наверное, как я хочу, но... Так, есть раз, два заморозили, выпустили, начиная с бочки. Так, оттянул. Блин, ледяху слили. Без ледяхи нам тут реально будет торба. Ну, как видите, черепа разок коцнули. Это, конечно, круто. Ну, дальше все. Без ледяхи тут шансов практически нет. Точно так же, как и без тритона, потому что тритон и ледяха — это самые голые здесь герои. Но мы не сдаемся. Опять я поспешил. Эх, тыква, тыква. Прощай, тыква. 58%. Дрейк. Дрейк, Дрейк, Дрейк. Так, ну хорошо, давайте попробуем собрать другую фракцию. Давай попробуем собрать фракцию зеленых. Так, зеленый, красный, 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 зеленый, зеленый. Уберем ее, поставим кого-то зеленого. Так, кто у нас тут такой интересный может быть? Так. С разбросиком кинуть. Ну, давайте попробуем такой вариант. В принципе, за разбросом должно быть неплохо. Не даст, соответственно, и черепу зарядиться. Так, давайте так. Так, кто-то мы убрал. Раз, два. Так, ждем. Вроде попали все. Так, смотрим. Душики, душики, душики. Ну, сейчас череп. Вот единственное, что черепа. Черепа отлично слили. Одер Дрейк. Ну, красавчики. Просто изи, ребят. Ну что... 6-4 на 3 звезды, видели, поменяли смотрителя, и нам стало намного проще. Отличненько. Так, вот такой вот у нас составчик был. Ангел, я вам скажу сразу, почему Железная Воля, опять же уточню, от стана. То есть, чтобы гарнизон у вас правильно работал, желательно побольше Железной Воли от стана. Ну, плюс топовая тыковка. Танк — это бочка, это сливака самый главный. Мега Анубис. Ну и замедлялка от ледяхи. Ну, давайте, коль такое дело, попробуем хотя бы 7-1. Ради интереса. У меня оно уже открыто. Так, раз, два, три. С бочки всех выбросили. Так, ну, смотрим. Ну, что-то могут, посмотрите на это, ребят. Но осталась, конечно, у нас бочка одна там. Ну, неплохо. 1%. Это уже победа. Так, ну вот так вот все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно. Лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах.
еженедельные конкурсы так и идут. Также основной будет скоро разыгран Огник на любом из серверов, поэтому не потеряйте свой шанс. Все, всем удачи, всем пока!